Приветушки, друзья! Добро пожаловать в мое логово! Логово злого гения! Ну, злого точно. Насчет гения не уверен, да. Да, я знаю, да, твоя шуточка, да. Я знаю, о чем ты сразу захотел пошутить. Я тебя опередил, да. Привет, друзья. И сам пошутил, молодец. Это Рич. Это Рич. Вылез из-под моста, из-под своего. С надорванным животиком. И Тюна, конечно же. Тюна, привет. Привет всем. Я сегодня немножко буду хрипеть, потому что болею, но так нормально. Да, я жду сегодня, ребят, от Тюны баса. Вот, ну, я думаю, все этого ждут. Ну, Тюна так выглядит, что бас обязательно. Сегодня она особенно симпатичная, да. И мы, друзья, играем сегодня в игру под названием Dungeon Land. Я напомню, мы когда-то очень давно с Тюной уже играли в эту игру, но... Да. Мы с тобой бегали просто как герои и защищали данжик. Почему мы сегодня в эту игру играем? Во-первых, потому что она фри-то-плейная стала в Стиме и... Да? Да. Новости, да, внезапно ты сегодня узнаешь какие. Я бы об этом и не узнал, если бы меня не засыпали наши зрители сообщениями, мол... А чё это ваш логотип во всех пабликах ВКонтакте игровых? А я вам расскажу, чё это вдруг мы во всех пабликах игровых появились. Это старая-старая история. Потому что в свое время для Dungeon Land, да даже до сих пор, в интернете толком нет нормальной обложки большого разрешения для Dungeon Land. И я помню, сидел, вырисовывал ее эту обложку. Анонса, по-моему, стрима это было у нас. И... Походу, до сих пор эта ситуация не поменялась, и все паблики, которые хотели сообщить о том, что игра стала фри-то-плейной, да, полезли в Google искать картинку, а ни одной нормальной картинки, кроме нашей, там нет. Та-дам! И как снежный ком поступают запросы на эту картинку, она становится все популярнее. Да. Вот то, если бы мы еще становились популярнее. Если вдруг в паблике увидели наш логотип, вы пишите: «О, это крафт-шоу, я этих ребят знаю, они клевые». Сегодня я буду злым, 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 злым. Ну, на самом деле, не очень злым. Но смеяться я над вами сегодня буду очень часто. А владельцем смертельного аттракциона. Так. Мы за него платим? Да, жизнью. За такую радость. У меня есть специальная кнопка, с помощью которой я могу над вами смеяться. Слышно. Это какая-то читерство, кнопка, чтобы смеяться. Мне нравится эта кнопка. И Тюна у нас... Подождите, не бегите. Тюна у нас маг, хиллер и баффер, да, в том числе. Рич у нас... Ты кто у нас? Ты у нас Рога, да? Рога. Пиу-пиу-пиу-пиу. Танчит бот. Ну, удачи вам. Удачи. Ничего, я думаю, у него больше шансов. Заходите. О, видишь, он шарит. Заходите в гости, вот вам друзей немножко, держите. Мне же надо кнопкой это делать. Что, помогать уже, да? Вперед. У вас есть всего две жизни, напомню. Ну, вайпа. То есть вы можете два раза... Что, уже? Уже? Не, смотрите, вы же... Нет, мы только начинаем. А на тебе тогда проклятие. Так, Тюна потихоньку убивает... А, нет, Рич потихоньку убивает всех вокруг. Подожди. И лежу. Одну жизнь вы уже потеряли. Вы даже за ворота не вышли. Ну ладно, можешь поржать. На. Да что ж такое? Дай мне пройти, я не вижу ничего. Да, именно так. Именно нет. Это и делает это поле. Делает так, что не, ты ничего все, не видишь. Все за воротами. Я врагов и за ворот не вижу, никак не мог войти. Давай, спасай нас. Знаешь что, Рич? А постой ты на месте. Ты как-то слишком быстро используешь свои козыри. Да, это еще не козыри. Я вам сообщу. Первый этап — это простые мобы. Вы его уже зафейлили. Второй этап — это элитные мобы. Для того-то мы сюда и пришли. А третий этап... Кстати, познакомьтесь с моими невинными друзьями. А, ты что за... А третий этап — вы сразитесь со мной лично. Если вы доберетесь, конечно, сегодня до этого этапа.
Да уж, ты нам не очень нравишься в данный момент. Да, все, я победил. Все, ты вообще обратил внимание, что у меня нолики были, нолики. Нолики, два нолика. Я ничего никогда не заработал. Вот смотри, ничего себе. Зато я на вас заработал 900 голды. Спасибо, друзья. Да, пожалуйста, прощайся еще. Не-не, я должен сегодня смеяться по-другому. Ладно, давайте понизим вам сложность. Окей, ладно, на этот раз вы будете получать на 50% меньше повреждений. Но нормально, пройдем на 3 метра дальше. Давай, посмотрим, насколько сейчас вы справитесь с поставленной задачей. Да только нас не добивает так сильно, а? Не надо, не ныть. Не ныть, команда. Я до этого, ребят, играл вот с другими игроками. Бегал здесь тоже против такого же. Не спешите, не спешите. Слышишь, да? Рассказываю историю. А я с командой своей контактирую. У нас тут бойня, между прочим. И мы прошли полностью. У меня мана закончилась, если что. Друзья у тебя были. Да. Я не верю тебе. Ты смотри, у вас три жизни на этот раз есть. И вы еще ни одной не потратили. Вы уже прошли дальше. Ты представляешь? Ну, естественно, два раза меньше. Заходите внутрь. Заходите. Что-то я не хочу так. Давай. Чего? Заходи. Нормально. Сейчас. А, я еще могу контролировать. Контролировать одно из существ. Нет, не можешь его контролировать. О, отлично. Могу. О, окей, вы зашли все-таки, да? Найти вам вот так тогда. И вот так. А, проклятие, да, это проклятие, точно. А кого бы проклянуть? Да иди ты, пень. Порчу он насылает. Шаман. Рич, продолжай убивать, продолжайте его убивать. Давай, ты сможешь. Давай, ближе. Еще ближе. Есть. Ты маленький. Не, давай еще. Вот, продолжай убивать их. Продолжай. Вот так, хорошо. Ты почти убил бота. Подожди, нормально. Сюда, подойди поближе к Ричу. Вот, да, вот так. Прекрасно. У меня мана закончилась, но меня это не волнует. Нет. Так классно за вами наблюдать. Кто это такие? Что это такое? Впервые в жизни я не должен вас тащить, я должен вас убить. Мне это нравится. Отвратительная игра. Я в нее больше никогда не буду играть. А, теперь ты подойди. Нет. Я валяюсь. Нет, не подойдешь. Нет. Ботик, иди сюда. Бот тоже мертв, если что. Нет, осталась у вас одна жизнь. Ноль. То есть, я хотел сказать. Слушайте, знаете вам башенку, а? Вот, хорошая башенка. О, башенку. Че, я опять победил? Да что... Кто там умер? Кстати, кто был таким наглецом? Этот злодей очень похож на тебя. Спасибо. Или наоборот. Ё-моё, я еще меньше сложности вам делать не буду. Серьезно, вы на 50% меньше повреждений сейчас получаете. Давай еще 50. Еще 50? Да, давай. Я на вас так формулю бабло хорошо, слушай, мне нравится. А на 90% меньше дэмэджа получаете. Вы тогда точно победите. Это неинтересно. Ну и хорошо, ну и отлично. Не, на нормале. Нормал это нормально, в смысле... То есть нет. Домохозяйки изи, играет на нормале. Я домохозяин. Изи. Это нечестно уже по отношению ко мне будет, приятель. Ну ладно, наконец-то. Ладно. Хотя бы так. Хорошо. Он сейчас повысит сложность. Он сейчас повысит сложность. Изи было. Что повысит? Гиперизи. Вы получаете только 10% урона. 10% это... Это даже не смешно. Хотя я посмеюсь. Вы заходите. Он, кстати, хорошо смеется, учись. Ну, это я смеюсь. Нет. Да. Я знаю, как ты смеешься. Это отвратительно, а он круто.
Почти, да? Ну, мне надо потренироваться. Все-таки я смог убить Тюну. Мне нравится. Мне нравится. Все-таки я как-то умудряюсь это делать. Или что? Ой, смотрите, мины! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Даже когда 10% урона вы получаете, вы все равно дохнете. Что? Что? Защиты нет? Вот, понимаешь, опыта нет. Нам нужен опыт. Постой здесь пока что. Так, у вас осталось 2 единицы... две жизни даже, я бы сказал. Ничего страшного. Мы их просто так не отдадим. Но вы уже можете проходить дальше. В принципе... Ты нам разрешаешь или что? Маны у меня нет, карты у меня нет. Можете идти вперед. Я все уже потратил. Ты блефуешь, я знаю, ты блефуешь. Мой смех будет моим главным козырем. Да. Какая крутая штука. Ну что, получилось, да? Штука. Идите вперед, ребят, смотрите. Никого, вообще никого впереди. Что-то я тебе не верю. Парим там ловушки, еще что-то будет сейчас. Еще как будет. Бутерброд, хавай. Я даже не буду... трупики. Даже не буду озвучивать, что я делаю, чтобы вы терялись в догадках. Я вижу, что на боте там какая-то зараза, которая стреляет. И вот бежит за нами. Вы так боязливо назад убегаете постоянно. Такие милашки. Мы аккуратно. Где? Что еще тут можно? Разбить. Ладно, невидимые друзья, вперед. И вы тоже вперед. И... Что бы вам еще дать? Вот. Да, хорошо. Нет. Продолжайте это делать, продолжайте, мои миньоны. Так, отступаем, тактически отходим назад. Новая волна. Вон оно. Так, почти. Лупи. Почти убили, ничего себе, я даже начинаю болеть уже за вас, знаешь. Да? Наконец-то. Это глупости, конечно. Хоть кто-то. Вперед. Вперед, идите вперед, там никого. Ага, ну, вижу. Разве что в тенях есть кто-то. Окей. Я удивлен, вы почти сделали это. Почти умерли или что? Почти добрались до... Тебя? До этапа, где будет наконец-то весело. Где будет боль? Не, ну почему же боль? Всего лишь бдыч, маленький. А это была такая маленькая минка. Стоять. Мне нужна мана. Да, вот, бросайте в своих. Продолжай бросать в своих. Давай, идем быстрее вперед, у него маны нет. А у меня либо... Вот сюда. Ты что делаешь? И вот сюда. Что ты делаешь? Кричишь, уйди от меня. Тюна покинула поле боя. План капкан. Чё-то многовато, да, мобов здесь? Да, чё-то перебор. Как-то да. Вы идите вперед, идите. Я не могу, я застряла. Как ты можешь застрять? А, ну с таким-то пузом, пожалуй. Пожалуй, можно и застрять. Я ее хвалю. Ой, смотрите, Тюна умирает. Так. Так. Там еще идут. А все тебя возродили, смотри, все хорошо. Все хорошо. Ничего не вижу. Ладно, я чувствую, мне надо вам подсказку давать, да, какую-то. Чтобы... Ну, смотрите. Тут есть сундуки, которые вы пропускаете. Дальше мины. Например, слева. Да, там мины. Но там просто золото. Не, его надо открывать, а не стрелять по нему. Вот примерно так, да. Вот, теперь я знаю, куда мины ставить, когда вы захотите в сундук открыть. Спасибо. Так, теперь смотрите. Чем быстрее вы проходите локацию, тем меньше существ я смогу здесь установить. Мины! Это вот такая вот подсказочка. Мы не можем быстро, мы умираем. Могли бы быстро, проходили бы.
Это же очевидно. Я не могу не нажимать эту кнопку, кстати. Вот. Я... Зачем вы ее мне вообще здесь поставили? Скажите, пожалуйста. Так, а ну перестаньте драться. Все, перестаньте. Не надо там ходить. Миролюбивые, да? Ну. И еще есть у вас больше, чем одна способность. Это я еще намекну. А что это за овечка? Ешь, бей. О, вперед, друзья, вперед! И... Да! Мне сказали, что у меня опасность тут какая-то. Да! Что-то не так мне сказали у меня. Да! Это я ультанул. Видите вот эту вот массивную толпу, надвигающуюся на вас? Нет, мы ее не замечаем. Я вот так и подумал в какой-то момент, значит. В упор. Что в основном вы не замечаете. Всего 10 монстров. Я могу вам сообщать даже, когда и сколько, и во сколько. Ой, кто-то минки нашел. Нашел мины, чуваки, классно, приходите, здесь есть. Вы почти справились. Что значит почти? Почти справились. Мы так справились, как никто не справлялся плохо. Но это можно назвать достижением. Хватит одну и ту же кнопку нажимать. Это саундтрек. Мины, там мины. Аккуратно, обходим, обходим, обходим. Как-то, вы очень хотите это поднять. Нет, нет, вот бот поднял. Смотрите. You're out of mana, my lord. Давайте, армия кроликов. На хардкор какой-то. Жрать кроликов. Какой хардкор? Вы на изи играете. На это... изи. Это изи хардкор, что удивительного. Продвигайтесь, эта серия будет идти час. А что, еще далеко, да? Да, вы даже первый этап не прошли еще. А сколько их? Три. Маловато будет. Нет, вы просто очень медленно играете. Пожалуйста. Мы играем в удовольствие. Хотя это тактика. Я понимаю, это тактика. Дождаться, пока Dungeon Master умрет от старости. Это тоже вариант. Но это единственное. Огромная зеленая стена, видишь? Получится, подожди, тут есть чем поживиться. Да, почему бы не сходить в проход, который вам совсем не нужен? Why not? Слушай, я подгоню вас. Нет, уходи, уходи, уходи. Уходи не туда. Уходи сюда. Нет, между прочим, в данный момент ты наш враг, мы не будем тебя слушать. А, у меня все зависло. Отвисло. Играем. Отвисло? Все, постой здесь. Подожди, я соберу монетки. К вам присоединился игрок и ушел, кстати. Правильно сделал. Нечего здесь делать. Ой. Тут слишком просто. Как-то оно не пополнило жизни, да? А наоборот забрало. Кто курица? Что, что, что? Бам! Речь получил. Как это было больно. Меня. Вытащите меня. Вытащите меня. Нет, ты и сам. Ты и сам вытащишься, сори. Ноль. Бам. Ой, как и жизнь потратилась. Еще одна подсказка. Если вы вовремя не воскресите своего напарника, у вас потратится жизнь. Вот оно что, да? Что тут происходит? Ну, фигня, как это происходит? У меня мана закончилась и карты закончились, кстати, поэтому... Да ну, верить тебе, умирать. А чё верить? У меня есть видеодоказательства. У меня их нет. Пока что. Посмотришь потом, да. Когда суд начнется. А суд в комментариях уже начался. Давно. Суд? Суд. Подскажи конкретно, как это пишется. Да. Мы можем не так понять. Вы уже это сделали. Почему мы сделали?
Потому что мы по-другому не поступаем. Почему вы это сделали, я не знаю. Это вы себе вопрос этот задавайте. Смотри, зеленая стена как бы говорит, можно идти дальше, вы все сделали правильно. Нет, да, ну... мы связались с тобой. Идите, идите. Подожди, я поел сытно. Тут деньги. Не, ну как пойдем. Хотите, ладно, на. Эй, эй, бот, уйди. Бот противный. Поздравляю, вы прошли ты два этапа. Ты сам за нас закончил. Два этапа? Два этапа. Два. А теперь... Ты сказал, что мы первого еще. А теперь узрите истинную мощь. Добро пожаловать в мое логово. Это я. Я прямо вот сейчас с вами сражаюсь непосредственно. Получите. Что? Что-то не так, да? А как насчет такого варианта? Меня теперь несколько. А кого бить? А вот я, кто-то из них настоящий. Это временное явление. Да. Он потом пропадет. Все нормально. Сколько у вас? Две жизни, да? А, я справлюсь. Один месть. Ой, привет, Тюночка. Привет, моя хорошая. Чего? Чего ты? Ко мне подходи. Куда? Куда? Куда, моя дорогая? Иди сюда, сказал! Нет уж. Я тебя догнал все-таки. Так, ну смотрите, у меня здоровья очень мало осталось, как бы... Кто из них настоящий? Кто-то должен... Так, что такое? Что происходит? Босс, босс! Вставай. Теперь меня тянуть. А еще вы дракончиков игнорируете. Это большая ошибка, потому что... А нет, смотрите, вы еще живы. Ну, они еще живы. Но это ненадолго. Прости нас, пожалуйста. За эту оплошность. Хотя вы еще можете выиграть. Вы еще вполне себе можете выиграть. Да почему? Ты куда у меня ходишь? Почему я так странно хожу? Потому что я тебе кнопки перепутал. Ах ты ж, зараза. Че меня так колбасит? Ага, неуязвимость. Ребята, вы близки к победе. На изи вы еще можете победить. Продолжайте. Я в вас верю. Один есть. Хорошо. Хорошо. Риджи. Так. Второй почти мертв. Нет, он мертв. Вставать. Я выбрал тактику. Я выбрал тактику не подходить. Меня поднимай. Есть. Прям счастье, радость. Данжен мастер побеждает. Фиолетовый с рогами. Спасибо. Рогоносец. Спасибо. И с усиками. Это было прекрасно. Я никогда еще в своей жизни не получал такого удовольствия, как сегодня. Я не знаю даже почему. Я-то знаю. Понятия не имею, почему у меня это так сложилось сегодня, но это было классно. Может быть, кто-то из Тюна или Рича захотят реванш, да? Да, и ты будешь там бегать, Ну да. Кто-то из вас теперь будет в следующий раз, уже в следующем видео, Dungeon Master'ом. Если вы это захотите, ребята, увидеть, обязательно напишите в комментариях и, конечно же, поставьте лайк. Это был самый дамажащий дамагер Рич Маквуд. Лища, пища. И самая хилящая хилерша Тюна. Пока-пока, удачи всем, а ты бяка. Спасибо. Ну как бы, для, понимаешь, что для плохого парня это комплимент. Комплимент. Даже. Да. С вами был лучший Dungeon Master, по крайней мере, на сегодня. Няшка. Сегодня с нами был Няшка, давай его оскорбляй. Няшка, миленький, пушистенький. Пока.